Привет, народ. Короче, получила такую посылочку с Алика. Надо ее распечатать. Вот. Конечно, как обычно, кухонным ножом, потому что ничего другого у меня не было. Оставили ее для меня, моей лютой консьержке, на очень такая противная тетя. Постоянно мне высказывает. Я не буду тебе дверь открывать, то еще что-нибудь, но ничего. Молодец, курьер от Сдековски, он ее победил. Вот почему-то эта коробка, видимо, так хорошо была упакована. Я надеюсь, да, что она не влезла в этот постамат. Там был постамат. И эта коробочка не вошла. В общем, ее привезли. Ну и хорошо. Там должна быть фигурка такого, знаете, через черепашек ниндзя. Ой. Крэк такой. Крэнк, что ли. И его там робот. Оп, надеюсь, видно, что у меня в комнате полный порядок. Ну, даже если нет, то нет. Ну, короче, она не очень, что в такую коробку, но она реально большая. Я не думал, что она такая большая. А с чего она такая большая? И как это все так умотали? Нет. Гоню. Тут будут две фигурки. Вингнат и Скрюлюс. Что, там ничего больше нету? Больше ничего нету. Ну вот, короче. За это я отдал 5,5 косарей. Что тут у нас есть? У нас есть немножко сдавленная коробка. Но ничего страшного, фигурки-то целы. И все, самое главное, тяжеленький. Офигенно большой. Смотрите, моя ладонь не маленькая, да? И вот этот вот такой, с такой вот рожей злобный выглядит. Похоже на то, что фигурки там кайфовые. Вот, получается, Вингнат и Скрюлюс. Я не знаю, кто это. Я буду смотреть «Черепашек ниндзя». Она чуть попозже. Весь сериал. Потому что в детстве я пропустил. Время наверстывать. Ну, я гожусь лет от 14 и выше. Так что все ок. Такая коробочка. After being accidentally exposed to radioactive ooze. Короче, после того, как кто-то попал в радиоактивную жидкость, 4 ordinary households, короче, 4 каких-то там домашних животных перетрансформировались в банду, короче, какие-то там любители пиццы. Короче, все, да, тут всех описали, включая Леонардо, супер клевых World Wedding Leader, Рафаэла, там, Галиля, Донателло. Бренд Behind Brown, Michelangelo Ice Cream, короче, мороженщики, пицца, Goblin Party Animal. Вот этот Chrome Dome у меня есть, вот этих двух чуваков нет. Вот это у меня тоже Mondo Gecko уже есть, и теперь у меня есть и вот такие вот. Когда-нибудь, либо, не знаю, на Авито продам, или поставлю себе на полочку. Скорее всего, поставлю на полочку, потому что они какие-то потешные, что ли. Но они просто необычные сами по себе. Дизайн у них таких вот персонажей. Распакую когда-нибудь и запишу. Когда буду распаковывать, запишу видосики. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Teenage Mutant Ninja Turtles. И покедово увидимся.